Друзья, привет! Фикс-прайс на Индустриальном, 34, город Санкт-Петербург. Посмотрим, какие тут есть новинки, что интересного. Появились ящики декоративные для букетов, для подарков. Стоят 249 рублей. Кстати, вот здесь новые небольшие букетики по 55 рублей. Похожие ящики, по-моему, уже были, но, конечно, не в таких ярких расцветках. В этот раз фикс-прайс удивил. Новые щетки для уборки. Смотрите, какие классные деревянные у них основания. Щетинка, конечно, слишком яркая. Такая прямо вырви глазки, слотная. Щетинка достаточно мягкая. Цена щетки 99 рублей. Также есть в продаже прямоугольные ведра. Они по 13 литров. Есть серые, голубые и бежевые. Стоят 149 рублей. Продажи вращающиеся органайзеры для косметики, для кухни удобно использовать, стоит 249 рублей. Покажу, какие есть тапочки, вот такие блестящие с золотом, легкие, с открытыми пальчиками. Есть другие расцветки, есть с закрытыми пальчиками, производит Россия, цена 199 и 249 рублей. Нашла вот такие темные, шоколадные, бархатные, с открытыми пальчиками. И также тут есть в продаже вот такие башмачки, балетки с помпончиками. Внутри леопардовые, снаружи бархатные, бордовые. И у них вот такая резиновая подошва. Производит Россия, цена 249 рублей. Коврики по 149 рублей вот в такой расцветке у нас они есть, но там с цветочками, а здесь геометрия. С обратной стороны они из фетра, край обшит, выглядит неплохо. Здесь только вот такие расцветки, 149 рублей. Есть новинки в отделе для кухни, новые корзинки. Смотрите, какие универсальные. Для раздельного хранения организуют внутреннее пространство, для холодильника отлично подойдут. Стенки перфорированные, пластик достаточно плотный, объем 4,5 литра, размеры 31 на 22, высота 8,5 сантиметров. Есть разные расцветки, цена 149 рублей. Еще новинку тут нашла, вот такие прозрачные миски, плотный пластик, объем 3 литра, миска с мерными делениями, также есть носик для слива и приятные яркие расцветки. Чтобы удобно было держаться, есть вот такие пупырышки. Носик для слива и мерные деления. К сожалению, ценника не было. Новые салатники по 149 рублей. 2 литра 150 мл. Очень толстое стекло, тяжелые салатники. Производят Паша Бахче. Салатники поменьше. Объем у них 530 мл. 79 рублей. И нашла стеклянные салатнички еще поменьше, 55 рублей, объем 300 мл, диаметр 12,5 сантиметров. Для выпечки куличей от Скова появились вот такие формы, это забава. Диаметр 16 сантиметров, производит Россия, цена 200 рублей. Пасхальный набор для выпечки кулича, тут форма, все что нужно для выпечки. Форма, дрожжи, глазурь, смесь для выпечки, посыпки, все что нужно, все есть, 79 рублей. Отдельно можно купить посыпку кондитерскую, масса 50 грамм, цена не указана, к сожалению. Появился новый мед, разнотравье, мед натуральный, цветочный. Масса баночки 250 грамм, цена 79 рублей. Санита спрей для стекол, 79 рублей. У нас на Калантай стоит в отделе для автомобилей, в принципе для автомобилей, для пластика, для стекол, для фар отлично подойдет. В этом магазине есть в продаже Мистер Десс, это гель для мытья посуды, 900 мл, есть с ароматом алоэ, ромашкой и без аромата, бесцветный, прозрачный, цены нету. Поменьше гель для посуды, Active с алоэ вера, с ромашкой, 59 рублей за 450 мл. Отбеливатель, пятновыводитель, Мистер Десс. Можно добавлять при стирке в стиральную машину, при ручной стирке. 800 грамм, 99 рублей. Появились очень интересные игрушки. Например, конструктор «Лабиринт с шариками». Способствует развитию логики. Собирать можно по-разному. Очень интересная игрушка. Тут 53 детали, стоит 300 рублей. Следующая игрушка, 350 рублей. Это вот такой набор для бейсбола.
игровой набор «Динамет с машинкой». Стоит 300 рублей. Это тоже новинка. В наборе «Динамет», «Машинка» и 4 динозаврика. Интересная игрушка. Думаю, мальчикам очень понравится. 300 рублей стоит. Следующий игровой набор – это «Гарпун с дисками». Стреляй точно в цель. В наборе «Гарпун» и 5 дисков. Стоит такая игра 300 рублей. Следующая игрушка – это автовоз с машинками. Стоит также 300. Веселый паровоз. Большой набор. 300 рублей. Давайте посмотрим подробнее. Тут разные варианты для сборки. Много деталей. Привезли много питомцев в переносках. Выглядит очень симпатично. Питомцы внутри разные. Стоит набор 200 рублей. Также есть продажи куколки Алисы по 149 рублей в разных нарядах. У них двигаются ручки-ножки, сгибаются. Уже к лету, к песочнице. Вот такие для малышей наборы привезли. Наборы для изготовления мороженого, яркие ведра. Такие яркие наборы стоят 349 рублей. Следующий игровой набор. Это вот такой трек гоночный, стоит 300 рублей. Резвая машинка мчится по трассе, преодолевая крутые виражи. Думаю, если купить несколько наборов, будет очень интересно. Один стоит 300 рублей. Просили меня показать отдел с товарами для сада и огорода. Я уже показывала, но давайте так обзорно вам покажу. Ставьте на паузу, смотрите, цены видно. Смотрите все, что есть в наличии в этом магазине. И на этом сегодня пока что все. Спасибо вам за просмотр. Спасибо вам за поддержку видео. Всем всего отличного. И пока-пока. Кстати, подписывайтесь на мой Дзен-канал и на канал в Телеграме, если вам интересно. Ну все, спасибо и пока-пока.